Света. Всем привет. Сегодня мы продолжаем распаковку моих подарков на день рождения. Смотрим очередные подарочки Алинины. Ну что, с чего начнешь? Вот с этого. Давайте мы его просто рассмотрим. Да, мы его просто рассмотрим. Такой подарочек для Алины тоже будет в первый раз. Слизь. У нас еще слизи никогда. Слайм Баф. Слайм Баф, да, это оригинал. Сейчас много появилось, ну, как бы, таких аналогов. Же похожих аналогов, да. Это оригинальный продукт, значит, такого у нас не было. Алина очень рада, где радость? Ура! Так, что еще у нас? Еще у нас куколка. Есть такая куколка, которая надо делать платьишко. На нее нужно лепить платье из пластилина. Если Алиночка захочет, мы потом в отдельном ролике покажем, как она этим заниматься будет, да? Да, давайте, потом. Так, дальше что у нас еще? Такой... Это покебол Лего. Вот давай на него поближе посмотрим. Раскрывай его, посмотрим. Ну давайте сначала со спиннера. Ну давай со спиннера. Да, смотрите, ребята, он похож на Бэтмена. Угу. Ну-ка. Так он классно крутится. Долго? Думаю, да. Угу. Все ясно, смотрим дальше. Теперь смотрим. Покебол Лего. Лего. Знаете, я вот таких покеболов нигде не видела. Смотрите, это как шарик Лол, только в прозрачной упаковке. Нет, это такие шарики Лол делают, как покеболы. Шарики Лол совсем другие оригинальные. Вау. Так, ну, что там? Вау. Да, смотрите. Тут нужно еще собирать его, да? Да. Ну это долго, да? Мы, наверное, сейчас не будем собирать, мы вот просто покажем, а потом уже, если Алиночка захочет, да, мы потом покажем, что у нас получилось в итоге, да? И на закусочку у нас что осталось? Little Special. Ой, любимые Алины игрушечки. Кто там тебе попался в этот раз? Ёжик из... Да, посмотрим на них поближе. Ёжик из Кунца. Посмотрите, ёжик из Кунца. Они такие маленькие. Это набор по два малыша. Смотрим на них поближе. Такой вот ёжик. И такой вот. Кто это ты говоришь? Кунц. Так, мы посмотрим вкладыш, что смотрите, там у нас. Смотрите, тут ну, полное. Смотрите, вы с этой стороны. Смотри поближе. Такой какой-то необычный вкладыш. Мы такой первый раз видим, да? Переверните. Сейчас, подожди. Тут какая-то черно-белая коллекция, да? Да. Черно-белая, розово, желто, фиолетовая. А здесь уже остальные малыши цветные. Вот. Ну что, класс? Алина очень любит у нас. Прям залюбила, залюбила этих шопиков. Вот мы нашли наших малышей, они прям рядышком. Ну что, понравились тебе игрушки? Очень! Попрощаемся. Всем пока-пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и пишите комментарии. Всем пока-пока. Всем пока-пока.